Итак, всем добрый день. Сегодня нам нужно узнать стоимость доставки, установки и так далее всех-всех работ по резервному генератору электричества куда-либо на дачу, в коттедж, куда-нибудь еще, неважно. Так, в принципе, и напишем. Поиск у нас будет по Ленинградской области и Санкт-Петербургу, поэтому я воспользуюсь поисковиком Google. Собственно, резервный генератор с автозапуском. Отлично, то, что нужно. Автозапуск позволит нам не заморачиваться по поводу включения-выключения генератора. Он будет сам включаться при отключении электричества и сам выключаться при его появлении. Итак, давайте сразу посмотрим первые сайты. 5, 6, 7... Сколько здесь Google 10 выдает, если не ошибаюсь? 8, 9, 10. 10 сайтов, первая страница. В общем-то, на Google дальше первой страницы обычно никто не выходит. Так что, я думаю, нам повезет на этих сайтах. Итак, первый сайт. Техэнергощит. Электрическое оборудование, автозапуск. Так, вижу автозапуски. А где у нас? Ну, давайте разберемся. Я понимаю, что такое система автозапуска. Прекрасно. Снова длинная страница. Длинные страницы очень сильно не любят мой старый компьютер. Итак, технические характеристики, блоки. Я так понимаю, здесь нет как таковых генераторов. Здесь исключительно автозапуски для них. Генераторов здесь нет. Генератор нам, кстати, нужен на 12 киловатт минимум, лучше больше, так что будем искать. Первый сайт нам не подходит, хотя можно его запомнить как продавашек систем автозапуска, если вдруг мы найдем генератор дешевый, но без автозапуска. Итак, смотрим: от 30 до 100 киловатт, от 5 до 35 киловатт, 220 вольт, 5,35 киловатт. Смотрите, вот то, что в принципе нам нужно. Не извиняюсь, но их интересные предложения: 31 тысяча, 32 тысячи на 5 киловатт, 5,6 киловатт. Это все нам не подходит. Это все с устройством автозапуска, но это все нам не подходит. Нам нужно больше мощности. Соответственно, мы смотрим вот этот, есть ли в нем автозапуск. Он тут прямо так красиво перед лицом. Так, трехфазные дизельные генераторы. Комплекс работ по проектированию, установке и вводу. Прекрасный сайт, они мне уже нравятся. Итак, электростанции 220 вольт. 1500 оборотов в минуту. Это технические характеристики. Цены какие-то у них, честно говоря. Хотя, может быть, здесь я, честно говоря, не ориентируюсь в рыночных ценах, так что все возможно. Итак, на 13,6 российский. Почти 500 тысяч, 438. Открытый в капоте. Нам, в принципе, можно поставить и открытый, нам это не важно. На 17 выше, но, соответственно, дороже и дороже. Итак, далее. Для кратковременного резервного применения. Ну, насколько кратковременного? Так, а это для длительного, все понятно. Нам нужно для кратковременного, так как большую часть времени у нас электричество имеется. Итак, смотрим. Ну вот они начинаются от 12 киловатт, в принципе, 304 тысячи и до 450. Либо без, если брать его открытым. Итак, а если мы откроем предыдущий сайт,
который обещал нам поставить автозапуск бензинового генератора, к примеру. Сколько это будет стоить? Возможно, так нам дешевле обойдется. Итак, количество фаз у нас трехфазный. Максимальный ток, я думаю, будет не больше 50 ампер. Итак, марка и модель. Неважно, неважно, неважно. Хотелось бы увидеть все-таки цифры цены. Зарядное устройство. Автоматика у нас питается от аккумулятора, соответственно, зарядное устройство они сразу же предлагают. Спасибо, не нужно. Итак, так, это вообще дополнительная опция. Где у нас сама опция? Самой опции не видно как таковой. Цены не указаны. То есть в любом случае мы отправляем расчет и просим цену. Ну что ж, будем надеяться, это будет не очень дорого, поскольку цены здесь не маленькие. Для простого человека это, в принципе, 206 тысяч. Лучше на машину потратить, чем на генератор. Так, оставим этот сайт на всякий случай. Вдруг он нам окажется единственным нормальным сайтом. Это вообще, смотрите-ка, это форум. Google нашел нам форум, где люди размышляют по поводу аккумуляторов. Это нас не интересует, мы идем дальше. Вот, смотрите, блоки автозапуска для генераторов, соответственно, автоматическое управление и контроль первой степени автоматизации с напряжением 400 или 230 вольт. Коммутируемая мощность до 15 киловатт, до 25. Смотрите, 36 тысяч, в принципе, мы будем в таком случае брать, я думаю, отдельно. Отдельный генератор, отдельно автоматику. Итак, генераторы, ого-го, у них здесь цены красивые и кусаются. 230 вольт, 16 киловатт, 458 тысяч, это нам не подходит, это дорого-дорого-дорого, не подходит. Этот сайт мы пропустим, поскольку цены у них значительно выше, чем, скажем, вот на этом в сайте, кстати, вон, о Excon, извиняюсь. Здесь цены ниже, соответственно, если мы будем что-то брать, мы будем брать это отсюда. Система автозапуска, ну, поскольку это единственный сайт, где мы пока их видели, так что мы его пока тоже оставим включенным. Так, операторов нет на месте, замечательно. Генераторы дизельные, газовые, бенза. В общем-то, это все понятно, хотелось бы увидеть... Ага, вот и цены. Смотрите, как все органично сделано и красиво. Стационарные, дизельные. Мощность 30 до 100, от 15 до 550. Это, я так понимаю, мощность как-то здесь слишком много. Расход топлива. В общем-то, тоже нужно ориентироваться по расходу топлива. Вес. А, ну понятно, то есть 2400 киловатт у нас будет вырабатывать 18-тонный генератор. Такой нам явно не нужен. И стоить он будет 38 миллионов. Ничего себе цена. Итак, цены здесь, в принципе, приемлемые. Если смотреть вот на этот, то 250 тысяч за 15 киловатт. Расход топлива 4 литра в час. Но расход, конечно, очень неплохой. Так. Но поскольку это дизельные, то, в принципе, на топливо не сильно мы потратимся. Итак,
автоматике здесь опять-таки ни слова. И я так понимаю, что они продаются отдельно от генераторов в любом случае. Кстати, компания вот эта вот Concordia, по-моему, очень крупная, потому что здесь продаются вот такие вот цены, которые идут на многомиллионные. Они торгуют, в принципе, всеми генераторами, которые только есть. Есть даже передвижные, смотрите. Да, в принципе, выглядит очень органично. Доставляют почти везде. По поводу установки, кстати, еще ни на одном сайте нам ни слова не сказали. Но будем искать. Оставим пока этот сайт тоже. Будем отсеивать дальше. Итак, прайс-лист. Что у нас? А, он предлагает нам его скачать. Еще и в PDF-файле, к сожалению, PDF я открыть не смогу. Поэтому в моем случае я от этого сайта отказываюсь. Бензиновые генераторы, автоматическое включение. Но опять-таки это все информация, никаких конкретных данных они не предоставляют. Система автоматического ввода резерва. Как раз то, что нужно. Система, кстати, если вы могли заметить, выглядит идентично тем системам, которые мы уже видели. Цены у них, в общем-то, 35-350. Я надеюсь, это просто опечатка. Потому что апостроф стоит после 35. Я думаю, это 35 тысяч рублей. И ноль здесь оказался случайно. Но, в общем-то, опять-таки, поскольку мы уже нашли, в принципе, два сайта с генераторами, два сайта с системами автозапуска, нам осталось только установку, хотя бы что-нибудь по поводу нее узнать, поскольку непонятно вообще, сколько это будет стоить. Автозапуск автоматически, нигде нет установки генератора. Я думаю, мы это поищем отдельно, потому что здесь этого просто нет. Это что-то опять информативное. Генераторы с автозапуском. Цены указаны, киловатты указаны. Киловатты все меньше, чем нам нужны. Сайт наипростейший. Но в любом случае он нам не подходит. Так, здесь 2-2,5. Это какие-то вообще для ларьков, я так понимаю, по городу. Вот что-то побольше. Цены у них, соответственно, тоже не маленькие. Ну, предположим, мы добавим товар в корзину. Так. Наличие на складе в Москве. Нам нужен в Питере, но, в принципе, я думаю, что они доставляют их в регионы. Возможно, это будет немного дольше, но по цене он нас устраивает. Но, опять-таки, они не будут делать нам монтажа. Я думаю, что монтаж у них только по Москве. И примерных цен здесь опять-таки нет. Здесь картинки. Огромное количество картинок по поводу этого самого монтажа. Еще и предлагают документацию посмотреть. Я думаю, там еще больше этих картинок. Итак, осталось у нас 3 сайта. 2 с генераторами, 1 с автозапуском. Автозапуск мы в любом случае оставляем этот сайт. Он достаточно обширный. В принципе, объясняет, что такое, для чего, принцип действия. Заказ сделать. Если делать заказ, то у нас вы можете купить. Но я думаю, что нужно звонить и заказывать. Кстати, почему-то тоже написано Москва. Но, в общем-то, это не важно. Доставка есть везде. Итак, далее. Стационарные электростанции. Ну, честно, объективно, этот сайт мне нравится значительно больше. Он сделан более органично, чем этот. Здесь как-то все напичкано. К тому же этот сайт московский, а этот Екатеринбург. Так, отлично. Этот сайт, боюсь, нам тоже не подойдет. Давайте попробуем сделать так.
Генератор СПБ, быстрая доставка. Как всегда. Сначала осматриваем кучу сайтов и в итоге находим... Ну да. В итоге находим сайт 220 вольт, который работает в Питере. И в котором есть генератор, я думаю, приемлемой для нас мощности. Если мы сделаем мощность от 12 киловатт, то да, есть 6 товаров, которые нам и нужны. Цены на порядок дешевле, чем были в Москве. То есть, пожалуйста, 13,5 киловатт, электростарт. В общем-то, обычнейший генератор с подставочкой под канистру. По-моему, все органично. Но опять-таки установки у них нет. В принципе, здесь установка не потребуется. Мы его ставим и включаем. Здесь все просто. Подобрать генератор. Но, как всегда, самый первый сайт, самый лучший. Что ж, спасибо, что послушали. Всего доброго.